Всем привет, это канал Let's Play по-русски, с вами я, Синкс. И я, Чешир. И я, Хаг. И мы играем в Ghost Recon Future Soldier. В очень интересную тактическую игру, которая позволяет нам пройти миссии компании втроем. А, как это классно иметь такую игрушку, а? Это, бусечка. Но мы пропустили самое-самое начало, потому что там очень какая-то такая непонятная сумбурная миссия. Скажем так, наши друзья умерли от взрыва, мы едем в Мексику спасать, даже не спасать их, а просто разобраться, почему они умерли. Все поняли? Мстить. Да, жмем конфирм. Ready! Да. Так, отлично. Мы, конечно же, здесь выбрали оружие, то есть я себе взял огромную-огромную пушку, которую я расстреляю всех, если они меня не убьют. Да. Или мы тебя не убьем. Мы надели на Хаг бронежилет с надписью VIP. Вот, ну вообще, Синкс штурмовик, я снайпер, Хаг поддержка наша, то есть наши глаза... Дерьмовый штурмовик. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот, то есть Хаг нас прикроет пулеметом, реснет, посмотрит, где там враги с помощью этого вертолетика. И... Как раз насчет реза. Резов не будет, так как мы играем на самом высоком, на самой высокой сложности, поэтому одна смерть, и мы начинаем сначала. Поэтому осторожно, очень-очень осторожно. У кого-нибудь есть сэмпл звука пластинки, знаешь, такое? Нет, что типа перемотали. Да. Хагу не нужно. Не нужно этот сэмпл. Битбоксер. Так, парни, по-моему, Фрапс мне чуть-чуть притормаживает загрузку. Я сейчас его выключу и потом включу обратно, когда будет миссия. Так, и вот мы вернулись. Да. А, и вот. Как это? Что? Хак, ты можешь говорить в обратную сторону? В обратную сторону? Да. Это как? Ну как в мультике. Не путай меня. Юробок и я? Да, вот что-то вроде этого. Так. На тарелку и кружку поели, что ли, если не понял? Самое интересное, вот где-то в 80-х годах все думали, что в будущем все будет таким круглым, и повсюду будут вот такие кружки. Видите, это мода вернулась. То, ну, теперь у нас кружки вокруг оружия. На это. Скажи, зачем, когда он говорит, он палец в наушники держит? Придавить получше? Привычка. Может, у него только так работает мозг? Работай! Так, все, отлично. Ах, так, хорошо. Ползли. Как ни странно, я единственный человек в группе, который вместо шлема противосколочного одел шапочку. Она смягчает удар. Тебе обычно будут тупыми предметами валить по голове. Все понятно. Так, кто бросит сенсор? Сейчас брошу. Ну ладно. Сейчас они договорят. Хорошо, давай. Мы бросаем сенсор, чтобы найти людей. Я беру слева двоих. Давай, Синкс, я могу взять еще двух человек. А кого брать-то еще? Я вообще не вижу. А тебе больше никто не достанется. Все. Все? Нет, я одного. Отлично. Вот интересно, почему нельзя подобрать сенсор обратно? То есть это как-то странно. Ну, блин, раскололся. Ты же презерватив обратно не подбираешь. Просто не надо утверждать. Я не знаю, как ты делаешь. То есть ты говори сам на себя, да? А ты подбираешь. Да? Так, я бросаю сенсор. И как видите, когда бросаешь или гранату, или сенсор, мы видим путь, по которому полетит сенсор, и куда он приземлится. Так, отлично. Такие отскоки. Да. Вот этот жирный чувак в желтой рубашке, это наша цель, мы должны защищать VIP. Отлично. Его убить надо или защитить? Защитить. Да. Так. Я готов убить пару. Подождите, я сейчас обойду немножко. Возьму того, который прямо под нами. Так, понял. Хорошо. Скажи, когда будешь готов. Я готов. Все, погнали. Есть. Хорошо, продвигайтесь ко мне, сейчас вон они. Проходим. Много врагов.
Да ты прям Рэмбо. Первая кровь. Разрывные пули сейчас были? Да у меня все разрывное. Так, я беру само верха. Так, хорошо. Голошу говно разрывное. И это тоже. Так, слишком много чая сделает с вами это. Так, что? Я говорю, нет, я боюсь идти туда. Как спуститься? А, мы не можем, по-моему, спуститься здесь. Мы сейчас посмотрим, как... Нас сейчас спустят. Да. Вертолет прилетел за нами. И кто удивляется, почему мы пока что не удивляемся, мы просто сыграли вот эту вот миссию немножко, чтобы посмотреть, как нажимать, что сделать, что видеть. Но уже следующие миссии будут полностью вслепую. Так. Давайте каждый будет говорить сам за себя. Я вообще не понимаю, что происходит. А, ну да, а это... Я сенсор еще раз бросаю. А это Синкс, да? Он вообще не понимает, что он делает, да? Ему дали мышку. Кстати, у меня... Пробивать способности снайперской винтовки просто офигительно. Две стрелы, три стрелы, пофиг. Да, прикольно, стрелял в одного, попал в другого. Ну ладно. Что у меня за звуки за окном? Собаки дикие. Разрывные собаки. Да, дикие разрывные собаки. Притом они не просто там, они там размножаются. То есть это вообще жестоко. Так, хорошо. Кто там у нас еще? Товарищи? У-у-у-у! Поехали. Все, товарищи не осталось. Так. Отлично. Где мое место? Товарищи, где мой кружочек? Уже лет 20 как нету. Господа? Так господу уже лет 120 нету. Так что... Ну, мода возвращается. Да, вот именно. Так. О, Синкс нам поднимает дверь. Отлично, я первым прохожу, а потому как ты узнал, что... что это я? А, над тобой у тебя, над тобой табличка висит. И вот я как самый-самый крутой в шапочке шерстяной. Первый иду всегда. Пускай мне стреляют в голову, мне не страшно. Так. Лобовая броня. Мне бабушка связала броню. Знаете, вы показываете, а этот бронежилет стоит там 200 тысяч, а это шлем, там технология. А это беру, а это мне бабушка связала. Так, мы сейчас будем как... Я гранату туда хочу кинуть. Зря. Это как в Call of Duty. Вламываемся в дверь. Так, Синкс, встань на свое место, встань на свой кружочек. Где мы? Посмотри, на полу беленький такой, видишь? Так, я беру чувака, который самого слева, который попой ко мне стоит. Я на него нападу сзади. А я беру того, на кого мне покажут. Пап. Там наверху был кто-то? Все? Все? Отлично, все. Ага, ком-то не знаю. Так. Изи. Лайк и босс, да? Но это миссия пока, like a tutorial. Ладно, я вам открою. Так уж и быть. И я первый. Слушай. Давай. Напугай, сойдешь за местного. В Боливии, в шерстяной шапочке. Да, я сойду за местного. Тут не жарко, тут это все нормально. Это ж песок в волосах не попадал. Так, тут осторожно, тут будет страшно. Сказал я и побежал вперед. Я выбежал слишком далеко. Так, все. Сенсор. Может быть, сенсор? Я кинул сенсор. Мы все втроем кинули сенсор. Так, есть. Хорошо. Смотрим. Слева, на балконе. Раз. Есть. Не доступен для моей снайперки сейчас, к сожалению. Так. Все. Пошлите. Тихонечко. Если я не ошибаюсь, здесь будет смерть. Да. Синкс, осторожно, вот смотри, здесь обучают, как перебегать из... Так, от стенки к стенке. Не знаю, чему там вас обучают, меня обучили, как кинуть гранату. Да, и ты ее в кого кинул? В джип. А кто умер? Почему Чешир умер? Не знаю. Да. Почему Чешир умер? То есть, давайте свяжем два факта. Синкс бросил гранату, и Чешир умер. Что же случилось?
Я кинул гранату в джип. Так, сенсор. Смотри, а то есть, когда ты стоишь у стеночки и видишь кружок, можно, вот, кружок, можно нажать просто на shift, и... кто умер? Прикольно, я ничего не мог делать. Ты умер. Это, то есть, когда кто-то умирает, мы просто перестаем двигаться. Да. Да. Я еще не умер, я ничего не мог делать. Ну, потому что меня убили. А, тебя опять убили? Так, хорошо. Это был не я. Да, да не это уже. Подтверждение того, что это был не тогда. Ага. То есть... Так. И слева на балконе. Еще один. Он не простреливается. О? Я простреливаю. Отлично. Хорошо. Я тоже. Все, здесь осторожно, здесь будет... Нет, джип. Гранатку можно кинуть? Нет, не бросай гранату, он неубиваемый. Почему? Здесь тебя обучают просто как перебегать от стенки к стенке. А то есть прячешься у стенки, видишь кружок спереди, нажимаешь на shift, бежишь, жмешь shift. И потом продвигаешься дальше, и потом мы разберемся с ним. Так. А-а-а. Сюда... Щены, крыса. Здесь слишком далеко не забегайте, здесь... Да, здесь джип. Где моя граната? Еще раз. Граната. А, есть, хорошо. Так. Здесь осторожно. Здесь их опять будет очень-очень много. О. Так, где они? Еще двое. Один наверху в здании. Так, я сейчас как раз в здание, так как мне показывают так траекторию. Я могу прямо в здание забросить гранату. Like a boss. Ловите, товарищи. Так, хорошо, вроде бы все. На балконе. Минус один. Так. Все. Ну, вроде все, да. Так, в мирных жителей не стреляй, пожалуйста. Потому что... Можно погладить? Тут чекпоинт. Тут чекпоинт далеко. Можно их поглажу? Сексуально приставать тоже нельзя. Это не та страна. Это товарищ себе в Таиланд. Они такие, они пушистые. Так, что это за групповуха тут такая? Здесь можно не ползти. Здесь можно просто прокрасться. Так, все, хорошо. Осторожно. Так, где мой сенсор? У меня ноль сенсоров. РПГ. Так, я буду, так, того, который слева, пытаться снять. Справа нету чувака. Еще один прячется в здании за какой-то стеночкой, спасибо. Так, хорошо, идем. У меня, если что, еще один сенс остался. У меня даже человек еще есть. Так. Вот это интересно, видите? То есть, если я не подойду, стойте. Так уж и быть. Так, Синкс, давай, подсаживай меня. Да, давай лезь. Шапочка-то наша, ну. Шерстяная. Сейчас отложил свою разрывную, да? Кирпич свой разрывной. Так. Не смейтесь надо мной, это болезнь серьезная. Так. А чего он шепчет? Он прячется, то есть... Его он... нашли, да? Да, его нашли. Так, здесь берем оружие с этим... Как его? С глушителями. А то есть я отказываюсь от своего ЛМГ. Вы можете не брать вообще. То есть сейчас будет небольшая стелс-миссия. То есть у меня и так все оружие с глушителем. Угу. Но нам же тоже хочется пострелять. Так, да, кто нажал на паузу? А никто, оно просто всегда тут подгружается, если я не ошибаюсь. А, да, лодынь. Так, где мой чаёк? И мне сделай раз. И мне сейчас, сквозь микрофон подам. Попробуй.
А как раз я не помню, вам посылал или нет, то есть там английские ученые очень-очень сильно расширили каналы тем, что полиризировали сигнал информационный. То есть там от пару мегабайт до пары терабайт поднялся трафик на тех же самых кабелях. То есть очень-очень классно. Поэтому скоро я смогу. Знаешь, ты сказал две просто несовместимые вещи. Британские ученые и. Что ты сделали такое? Серьезно. Кто убил моего, которого я хотел зарезать ножиком? А ну-ка, скажите мне. Поднимите руку. Так, здесь осторожно. Так убивать или нет, я не понял. Тех, которые внизу нет. Вы уже там? Ах, вы жулики. Смотри осторожно, чтобы тебя не заметили. Так. И вот в этом здании не расстреливай их сразу же. То есть просто подойди туда, куда нужно. Так. Блин, я думал, я уже был готов их убивать. Смотри, вы уже убежали от меня. Все, я готов. Какой я жестокий в шапочке. Так. Что ты там делаешь? Человека избивает, ему уже... Да, жестоко. Это ты специально, да? Я же тебе говорю, я уже прицелился всех убивать, а... А, все. Вы ушли. Так, все. Поехали. Почему-то я решил попой вперед заходить в здание. Так я самый хитрый, скорее всего, потому что... Все, хорошо. Так, и теперь будет вот эта вот часть игры, которая мне, честно, не нравится, я не знаю. То есть я понимаю, что это зрелище, но, ё-моё, как можно делать такое? Ты кто ведёт? По-моему, Чешир? Это не я. С пистолетом кто? Смотри на оружие на спине обычно. Это главное оружие, то есть... Чешир это я. Да. Да, это твоя снайперка, по-моему. Постреляем. Значит. А нет. А нет, это да, это твоя снайперка. Так, я что тут? И вот видишь, то есть здесь мы не управляем сами героями, а то есть мы просто целимся. То есть ты считаешь? Я хочу в машину. Турельная часть. Так, кто у нас под машиной лежит? Да. Я. Хорошо. Расстреливай. Который наверху. Он тоже твой, по-моему. Я не могу. Я тоже не могу. Так, хорошо. Так. Оп. Есть, хорошо. Я прикрываю вас сзади. Так, где он там? А, перезаряжаем. Хорошо. Ой. Не убивай мирных жителей. Поздно, я уже убил. Он был не мирный, он был злой человек. Он смотрел на меня как на жертву. По мне стреляет. Ты тоже в них стреляй. Так, я очень слева не могу достать их. Так, куда толстый пополз? Это толстый решил попасть. Сломай ему ноги, а? Вот именно. Вдвоем дотащим. Будет легче. Будет спокойнее. Так. А что у нас здесь? Так. Тетка, ты куда бежишь? Дурная, что ли? Вот именно, то есть... Взрывы, стрельба, крики, кровь. А они начинают бегать, как курицы по улицам. Ё-моё. Нет, чтобы сесть дома, бывает. Спрятаться бывает. В ванной и все, и не двигаться. Так. Это серьезно. Его нужно убить. А нет, от него нужно убежать. И убить. А это я как раз убил его. Ня-ня-ня-ня-ня. Жестокий. Убийца. 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 За что ты джип? Да. Почему у нас total accuracy всего лишь эти 7%? Можно я не буду поднимать руку? Так, хорошо. Что значит civilian
Casualties. Да, это... Ты убил цивильню. Я убил? Да, ты. Ты. Сколько я убил? Я не знаю. Где это? А ты сколько убил? По-моему, я никого не убил. Здесь для всех показывают сразу статистику, кто здесь. Да, это нету групповая. Я помню только одного.